Состязание стойкости и силы духа. В станице исправной Зеленчукского района прошел турнир по вольной борьбе, посвященный воинам Карачаево-Черкесии, погибших в зоне специальной военной операции. Соревнования собрали более 150 юных борцов со всей республики. За ходом схваток наблюдал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Эти соревнования для юных спортсменов являются значимым событием. Приятно видеть, что в этом небольшом спортивном зале станицы Исправной проводятся такие турниры, которые посвящены нашим героям, отдающим жизнь, отстаивая интересы нашей Родины. И сегодня подрастающее поколение должно заниматься спортом и развиваться, отметил на открытии турнира глава администрации Зеленчукского района Александр Шайдаров. Мы должны помнить ребят, которые у нас погибли в зоне СВО. Также мы должны помнить и помогать тем ребятам, которые сейчас там находятся, оказывать всякую помощь. И проведение вот данных турниров, оно необходимо, чтобы у нас было сплочение наших народов, живущих в нашей республике. Для нашей станицы это большое событие, и отрадно видеть, что наши дети занимаются спортом и достигают высоких результатов, отметил глава исправной Александр Березовский. Он пожелал юным спортсменам успехов и новых побед. Мы гордимся, что у нас вырастает достойное поколение. И от лица тех, кто находится в зоне спецоперации, желаю вам всегда достигать намеченных целей, отметил участник СВО Андрей Руденко. Спасибо вам огромное за это мирное, так сказать, будущее. Я очень надежен. Я со своими товарищами, военнослужащими защищал ваше мирное небо. А вы здесь защищаете наше мирное небо. Хвала Господу миров, чтобы все были живы и здоровы. В этом турнире не будет проигравших, и мы благодарны всем другим спортивным школам, которые откликнулись и приняли участие в нашем турнире, а также тем, кто поддержал его проведение, отметили организаторы соревнования. 150 человек участвуют на соревнованиях. Ну, можно сказать, из других районов тоже есть 3-4 команды. И район есть. Ребята очень хорошие, перспективные ребята. И именно такой турнир для них большой стимул. Именно цель, что, чтобы для детей был большой стимул этого турнира. Хорошую физическую подготовку и мастерство демонстрировали юные участники турнира. Эти соревнования дают нам возможность оставаться в спортивном тонусе и, конечно же, отточить технику ведения борьбы, уверяют борцы. Очень хороший опыт и очень хороший... Вот мы разминку делаем и всегда помогает нам. Мы становимся сильнее. Мы хотим поблагодарить нашего тренера Кипкеева Азрета. Мы всегда с ним его слушаем, и он всегда нам помогает, если что, у нас что-то не получается. По завершению победители призеры турнира по вольной борьбе были отмечены медалями и кубками. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район.